Я вообще-то не против одолжить платье подругам, но могла бы и спросить, если уж захотела его надеть. А то как-то странно получается. Это не твое платье, я его купила у Нины Ричи. Сирена, у тебя же тонны платьев. Это сшито дизайнером специально для меня, да и ты его должен помнить, я в нем ходила к тебе на свидание. Я и правда его купила. Зачем мне у тебя красть? Давай сверим этикетки. Давай. Они в мусоре, у тебя дома. Я их срезала, потому что ярлыки в спину впивались. Но давай хоть так посмотрим.